та тривога можуть оточити нас зненацька. Що робити та чи є рецепт від паніки? Зараз запитаємо у гостя, яка прийшла до нашої студії. Анжела Бірук, психологиня, гештальт-терапевтка. Пані Анжело, раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Деякі такі перенесені нами збуджені історії, можливо, події в нашому житті не дають нам навіть заснути. І ми намагаємося все це переживати, хвилюємось. І не знаємо, що робити з тими нав'язливими переживаннями, з страхом, з тривогами. Ну, можливо, з панікою теж, але от спочатку поки що про страх та про тривогу хотілося б більше з вами поговорити. Як зараз? От як в суспільстві? Чи відчуваєте ви більше напруження, ніж раніше, наприклад? От як фахівці говорять? Звісно, це вітає вокруг. Невозможно серед вот этого вот такого всеобщего, всемирної тривоги остаться спокойным. Не требуйте от себя спокойствия и ничего не бояться. Важно понимать, что страх – это же такое наше базовое природное чувство, которое дано нам при рождении, которое оберегает нас от опасности. Да? Важно понимать, опасность – это реальная или вымышленная. Ну так, якщо ми сидимо тут, нас нічого не тривожить, не повинно бути. Так, у нас все спокійно. Да. Ми знаємо, де ми знаходимося, знаємо для чого і знаємо, що буде потім. Так? Але ж в людини все одно зберігається якесь таке відчуття нав'язливе. І, можливо, комусь важко заснути. Можливо, ось ті переживання, що я можу захворіти, наприклад. Так? Ну, візьмемо, наприклад, це. Бо зараз багато людей переживають, аби не захворіти на коронавірус. Так? Наприклад. Смотрите, ви зараз вже сказали рецепт, що робити. Так? Да. Це вже рецепт. Ви сказали, ви обратили увагу, ми зараз з вами сидимо здесь, і нам нічого не угрожає. Да? И тревога – это такая, знаете, о будущем, что будет. Да? И прерывание – это такое прерывание нашего вот возбуждения. И важно возвращаться в то, что есть, в реальность, вот здесь и сейчас. И в реальности нам действительно мало что угрожает, мы больше придумываем. И даже если это реальная опасность, мы все равно там смотрим уже по ситуации, там не до паники. Так, значит, так, моем руки, одеваем маску, принимаем таблетки. Понимаете? А, тобто паніку взагалі можна, чи будь-які страхи, страх можна відставити на потім, коли треба буде, так? Його нужно исследовать, про що цей страх. Ви знаєте, це дуже цікава річ, страх. Якщо це реальний, тоді потрібно предпринимати міри. Якщо на вас нападають, потрібно убігати. Якщо я страх придумала, за страхом точно є наша якась потребность і желання. За этим, за страхом стоит интерес. Если попробовать разрешить себе проживать страх, потому что гештальт-терапия – это про проживание чувств, не избегание. Это часть нас. Ну вот как вы… Это мы часть, это переживаем, это, и треба прожить, прожить, чтобы позбудить его. Не позбудь, а чтобы на место его все-таки вышел этот интерес, да, возможно, к другому человеку или каким-то действиям. А, наприклад, пані Анжело, от дивіться, візьмемо такий невеличкий приклад, якщо людина боїться, наприклад, плавати, не знаю, там, глибини. Так. От вона боїться, в неї панічні якісь атаки навіть, коли вона десь на воді опинилася часом, то вона ж може втонути. Може. Або вона знайде в собі сили і буде якось триматися на воді. Але ж страх залишається. Обязательно, не потрібно ізбавлятися від страху. Якщо ми повністю від нього ізбавимося, нам точно ми десь попадемо там, под машину или кирпич упадет. Не надо избавляться от страха, нужно его изучать. Если вы плохо плаваете, нечего заплывать далеко и там бояться. Ну, а если вы просто решили, например, поплавать, не знаю, там, човном, и опинилися посеред Дніпра, например, а плавать же вы не умеете? Важно тогда первое, что это восстановить дыхание. Это когда нас окутывает паника, там здравый смысл выключается. Здесь важно, первое, что самое важное, восстановить дыхание, глубокий вдох-выдох, чтобы мозг насытить кислородом. Это то, что на воде, да, и как можно громче кричать, как-то что-то делать. Делать не просто вот просто паниковать, а пробовать в действие переключать. А людина тоне в цей час і тоне. А як вона буде? Я просто собі моделізую ситуацію. Наприклад, ось така сталася. Що тоді? Вона не може глибоко дихати, вона в воді.
Як знайти, опинитись в тому місці, яке вам вже зараз потрібно? Як знайти в собі сили боротись? І як вибратися з цієї ситуації? Ну, вообще, в идеале, конечно, это расслабиться, понимаете, и идти на дно, грубо говоря, потому что чем мы больше сопротивляемся, тем больше нас охватывает тревога, и тем больше нас охватывает паника, и тем это уже не остановить. Да? Я сама плаваю плохо, я одеваю спасательный жилет, надо мной смеются весь пляж. А я таки потрапила в потрібне питання, так? Да, да, да. Угу. Як би ви, що б ви робили в такій ситуації? Ну что бы я делала? Ну что, как-то, вы знаете, я считаю, что это то, что угрожает моей жизни. И если у меня жажда, желание выжить, я выскочу оттуда. Понимаете? Вот это здесь уже какие-то нечеловеческие ресурсы могут подключиться, да, и нам помочь. А вот если мы в мире берем, вот когда мы такой-то вы экстренный случай берете, когда действительно, да, там уже кому как повезет, может ему суждено утонуть и все, и нечего тут со страхом бороться. Понимаете? Ясно. Понимаете, здесь надо... Непоганые рецепты. Какой-то, ну, есть какие-то данности, да, если ты на середине Днепра плавать не умеешь, ты в панике, я не знаю, молиться и будет тебе чудо, я не знаю. Да? Но если в жизни, я вот вдруг, вот вы сидите, если взять такую ситуацию, что мы сидим здесь, как вы сказали, все вот у нас, все хорошо, и вдруг у вас какая-то идет такая мысль, которая начинается прокручиваться, о боже мой, что же будет, да, вы сидите со мной, и вот это вот начинается ваша паника, то вот вам я рекомендую в этот момент, первое, это восстанавливать дыхание и смотреть, кто с вами, опираться на собственное тело и смотреть, действительно ли мне сейчас угрожает эта опасность. Зачем я себе это придумываю? Это такой хороший способ уйти от реальности. От действительности. Ага, значить, в реальності, якщо так розібрати, нам чогось не вистачає або щось нас не влаштовує. Да, да, і можна тоді не займатися собственним розвитком або налаживанням отношений з кем-то, да? А лучше уйти в тривогу і там просто там волноваться себе. Уход такой от контакта. І хорошо його все-таки, ну, себе обозначать и проговаривать, хотя бы вслух, хотя бы, чтобы понимать, что со мной происходит. Ну, часто люди теж скаржаться на те, що вони, наприклад, залишаються самі в квартирі, чи в будинку, наприклад, хочуть заснути, а тут чують якісь стуки, якісь, можливо, там звуки, які не хотілося б, і взагалі, може, це не ті стуки, щось впало, щось там, хтось, може, ходить, я не знаю. И вот той страх, он начинает нарастать. Да. Возможно, в опыте этого человека в детстве когда-то он точно был испуган. И это является триггером. Испугался давно, а сейчас вот это вот остается, да? Ну что в таких случаях? Ну, универсального рецепта вот такого нету, потому что мы все разные, и у нас у всех разная история. И мы все по-разному реагируем. Но можно попробовать. Я так делаю, когда мне что-то привидится, и какое-то чувство непонятно для себя, его нарисовать. Просто взяти листочок, папір. І що, малюємо? Отпускаєте голову і просто рисуєте. Отпускаєте, ну, от це все. І от його прорисувати. Це зразу треба робити? Тоді, коли вам страшно, чи може через деякий час? Ні, іменно, коли є це чувство. Коли є це чувство, з ним важливо познайомитися. О чому воно? Внутрі мене, я його не розумію. Я розтеряна, мені не вистачає інформації. Я починаю рисувати домики, каляки-маляки, або щось таке. Ви рисуєте до тих пор, поки ваше состояние не зміниться. А состояние точно меняется, когда мы его хотя бы видим. Дальше я предлагаю написать рассказ от этого чувства, назвать эту картину как-нибудь, наверное, например, «Самый ужасный страх в мире», да, такой «самый-самый», и написать от него просто какую-то сказку или рассказ, как он живет, чем он питается, чего он боится. Когда, вот бессознательно, если вы пропишете, вы что-то точно напишете о себе. Через полчасика почитайте, вам будет
Немножко понятнее свое состояние. А, пані Анжела, скажіть, будь ласка, от є люди, які зовсім нічого не бояться, так? Это социопаты, да, есть такие люди, это не наш профиль, да, и это которые вообще не чувствуют реальность, и, ну... А так, взагалі, це нормально, якщо людина боїться, это... естественно, вы любите свои страхи, вы понимаете, что это же наше базовое чувство. Мы почему-то, у нас в социуме как-то неприлично бояться, нам нужно держать лицо, марку, нас соберись, тряпка, у нас надо быть мужественным. А чему так? Це я не знаю, чому наверное, хотели, чтобы мы какое-то в свое время, ну, может быть, это выживание или что-то, я не знаю. Это такая идея, идея, у нас как-то стыдно бояться. Понимаете, у нас, если парень такой большой, чего-то боится, о боже, как тебе не стыдно. А это обычное чувство, оно нам точно о чем-то говорит. Там за ним потребности какие-то. Ну, а так, щоб розібратись, наприклад, в тих потребах ваших, то малюнка буде замало, це ж ми просто про страх, так? Цей малюнок був. А якщо да, нам треба розібратись? Во-первых, страх или тревогу хотя бы прорисовать или слепить пластилином. Важно, чтобы оно увидело свет, да? Еще хорошо, когда мы об этом говорим каким-то близким людям, да? И близким я рекомендую, если даже какой-то человек боится маленького паучка, не обесценивать его страх, потому что он для него точно страшный, поверьте просто. Знаете, у нас эти страхи, вы их уважаете. Нам не нужно говорить фигня, это ты что ты боишься. Нет, ну что-то для нас важное, за этим точно что-то стоит. А як тоді краще? Розпитати, що ж то був за павук? Ви можете, да, да, конечно, конечно, когда интересуются, да, и когда мы рядом с другим можем это чувство прожить, когда мы услышим, что, ну, может быть, действительно я-то и не боюсь этого паука, просто как-то в голове, ну, чтобы, ну, найти собеседника, который в этот момент, ну, меньше вас боится. А потом поміняйтесь містами. Може розповісти теж про свій страх, про якийсь, так? Ну, в когось там павук, а може хтось мишей боїться. І це дуже допомагає, тому що треба повертатися до того, що ми звичайні люди. Ми не роботи, ми не бетмени, і не треба. І слава Богу. А як же так тоді? Великий хлопець, та, да, мужній, сильний, мужній, і боїться сильний якогось павучка. Да. Ну, це нормально? Це прекрасно. Він павучка боїться, а за дівчинку за свою він точно заступиться. Ви розумієте, це страх, він такий, не все, 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 там ти все. Ні. А про що це може говорити? Це все одно, якщо розібратися, наприклад, з тим павучком, так, то значить, можливо, в дитинстві щось налякало цього хлопця, вже тепер дорослого, а можливо, щось і справді йому чогось не вистачає в житті. Може бути, ну може бути. Боїться павучка, а на самом деле боїться продвигатися вперед по кар'єрній лестниці. І таким образом наше бессознательне відвлекає нас від нашого пути, да, і там ми зациклюємося на якомусь. Ну, пані Анжело, а як знати, що саме вас відволікає, як розпізнати ті справжні почуття, як їх вилучити? Вилучити. Я от, ну, в терапії я знаю як, да? Путем, ну, там, діалога, ощущення. А можна якось ощущення, розповісти глядачам, щоб вони собі зробили, можливо, якісь замальовочки, щось для себе, ну, з'ясували? Я вам скажу, щоб зрозуміти себе, завжди потрібен другой чоловік. Сам по себе мы, конечно, ну, мы себя не видим, мы рядом с кем-то чувствуем себя, ну, по-разному. Поэтому такое самолечение я не знаю. Мне... Ну, краще вже в кабинете, ну, це робити, да, так? Да, и это исследование. Вы поймите, что это здоровые люди, это просто исследовать свои чувства. Самому сложно, потому что мы находимся внутри своей проблемы. Выйти наружу и посмотреть, это шизофрения, понимаете, если я выйду, посмотрю. Вот. А рядом, когда есть рядом с другим, тогда это чувство возможно развернуть, прожить и что-то понять. А чи можно таке пропрацьовувати зі своїми близькими, рідними людьми, чи ні? Да, с условием, что вы будете их поддерживать. Не ругать, не бойся. Не обесценивать, плевать. Там все будет хорошо, а просто поверить, что ему сейчас сложно, и ему нужна ваша поддержка. Мы развиваемся в поддержке и растем в поддержке. И говорим, что мы верим тебе, но точно все будет хорошо. И попробуйте задавать вопросы.
про что этот страх, и себе задавать, да? Может быть, даже помочь элементарное, когда, если я задам себе вопрос, чего я все-таки боюсь, ну, придумать, допустим, ну, чего там я боюсь, вот сюда приходить боялась, да? Вот, боюсь, я, вы что, я неделю не жила, вот, значит, как я со страхом со своим, значит, у меня личный мой способ, я сначала подключаю народ, я начинаю волноваться и всех, сына, подругу, вот это, нет, они счастливы, потому что они мне в этот момент нужнее всего. И они всегда, и они говорят там что-то свое и поддерживают. Первая волна успокоилась, потом дальше. Так, чего я боюсь? Ну, опозориться, да? Хорошо, мы задаем себе дальше вопрос. Вот что будет, если ты опозоришься? О, будет конец света. Хорошо, что будет дальше, конец света? И вот так вот дойти, чтобы, в принципе, посмотреть. Но даже если я сейчас в этот момент позорюсь, это же... Пані Анжела, понимаете, аж ніяк. Це настільки потрібний досвід для усіх людей. Тобто ви тепер визначили вже, що тому страху кінець. Конечно, я переключаюсь на вас. Я вас, ну вот, красивое зеленое платье. Я себя сейчас очень хорошо чувствую, да? А начиналось все вот с такого каламбура. Поэтому разделите эти мухи отдельно, котлеты отдельно. И если есть чего бояться, ну бойтесь на здоровье. Ну там же не всего бояться-то. Звичайно, якщо розібрати того слона на декілька частин, він залишається для нас з маленьким, який можна просто подивитись так, чи пройти через нього. Дуже легко і просто. Через страх ми розвиваємося. Это же такая ступенечка, да, на преодоление, потому что мой учитель говорил всегда, ползи, ну развивайся, да, где страшно, нам точно туда. С учетом, что это нас действительно не угрожает там, ни тонуть, ни кирпич. Именно... Внутрішні наші страхи, да, їх треба таким чином бороти. Если они не имеют в виду, ну, вот, адекватных таких, там нападают собаки, если вот эти вот придуманные, там точно за ними где-то ваш рост, где-то ваш интерес и где-то ваше, ну, развитие. А особливо, якщо ви все зробите правильно, і якщо вам сподобається, якщо ви побачите себе з іншого боку, ви зрозумієте, що я таки маю вагу, маю. Звісно, я б немножко поправила. Неправильно, нету правильно, неправильно, нету, не прописано эти правильно. Якщо ти зможеш це прожити і преодолети, все одно як буде. Можна навіть із помилками для себе. Звісно, це опит. Слово помилки, ошибки – це опит. Потому что мы учимся только на опыте. Когда у нас все хорошо, мы выводы не делаем. Мы делаем выводы, когда где-то споткнулись. Поэтому относите к своему страху, как какой-то такой, где-то споткнулся, надо разобраться. Вот само не рассосется, да? Вот разобраться, это же включить Шерлока Холмса, думать, так, что со мной сейчас происходит? Чего это я вдруг? Пані Анжело, ну і наостанок хочеться почути від вас рекомендації для тих людей, які нас чують зараз, які теж бояться, і кожна людина. Звичайно, в своєму житті ми переживали стільки моментів, коли треба десь виступити, треба піти на батьківські збори, можливо, щось сказати, та просто десь перед друзями тост той самий, так? Ну, взагалі, просто будь-які ситуації можуть бути, чи в школі вийти до дошки, я не знаю. Зараз, звичайно, онлайн, але і онлайн теж можуть бути страхи. Дуже страшно, так. Що робити? Як себе опанувати і чи сприймати це як розвиток? Будь ласка. Я хочу обратиться, що якщо ви боїтесь, значить ви чоловік. І це хороша новость. А человек может и бояться, и двигаться вперед. И я уверена, что у вас точно все получится. И как правильно, никто не знает. И если немножечко пробовать бояться и идти, бояться и делать, если у вас в жизни есть достаточно поддержки, вам это будет делать, ну, даваться более легко. Поэтому бойтесь и двигайтесь вперед. И там очень много интереса. Я вам дуже дякую, пані Жо. Настільки цікаво ви розповіли про страх, і просто захотілося його мати більше в своєму житті. І це просто прекрасно. І я думаю, що саме з такими фахівцями люди зможуть пережити все. Абсолютно все в своєму житті. Треба тільки не боятися. Тому з задоволенням будемо чекати вас ще у нашій студії. Ще раз вам дякуємо. Спасибо большое. А ми зустрінемось за декілька хвилин.